Итак, вот мы понаслаждались видами Белого колодца. Но домой ехать той же дорогой неохота. Поэтому поедем через Девицу. Сейчас будет затяжной спуск. Как понимаете, скорость здесь не маленькая. Следуем указателю на Семилуки. Осторожно, здесь всегда песок. Итак, этот участок мне нравится по нескольким причинам. Во-первых, деревенские пейзажи. То есть, если вы задумываетесь о русском аналоге GCN, то, пожалуйста, вот здесь для съемок место отличное. Машин мало, дорога не убитая, перепады есть. То есть все шикарно. Вы полюбуйтесь пейзажем, ландшафтом, просто сказка. Есть места для отдыха в плане дороги. То есть есть и вот такие подъемы, конечно, но перед ними есть и спуски. Подъем, заставляющий поработать. Да, подъемы затяжные здесь тоже есть. Но, доехав до определенной точки, вы будете понимать, что оно того стоило. Смотрите, какая интересная водонапорная башня. Прям будто из «Сталкера». Видите, дорога ремонтируется. В прошлом году здесь были ямы. Но худо-бедно их чем-то залили. Что, ягоды пошли, что ли? Ведь все скрипит, трещит, блин. Слева виднеется Семилуки. Да, похоже на землянику. Здесь сейчас, по-моему, должен быть неплохой скоростной участок. Вот там сейчас будет поворот, на котором в прошлом году было очень много песка. Надеюсь, что в этом году не так. Но все получше. Вы тоже не любите собак? Фух, да, не люблю я вот таких глупых псов. Так, ну, пока погода еще позволяет, давайте-ка проедем через Семилуки. Твою дивизию.
Так, переезжаем через мост реки Девица. Так, Семилунки встречают нас подъемом. Так, и здесь, чтобы не накатывать лишние километры, то вы можете срезать через аллею. Вот здесь железочка, видите? Аллея пешеходная. Так что не наглейте. Так, и возвращаемся на проезжую часть. Опа. Ах, знак в кустах. Какая прелесть. Теперь у нас есть два пути. Направо или прямо. Направо мы попадаем на железнодорожный мост. Съемка там запрещена. Движение только пешком. Велосипед. Ох, ведете рядом с собой. Или же через Семилунки. Блин, но самое страшное... Нет, это не самое страшное. Самое неприятное в текущей поездке, что как только я въехал в Семилунки, что-то тут такие ароматы ванили, что... Так, а нам нужно, если не ошибаюсь, попасть на улицу Транспортную. Эта улица пронизывает весь поселок Семилуки. Или город, я уж не знаю, как, в каком он сейчас статусе. Вот в Семилуке дорога уже, честно говоря, похуже. Я ее как-то ремонтируют, что-то делают. Но на месте ямки получается кочка. И куда же без лежачих полицейских. Вот мы и выехали на улицу Транспортную. Которая качеством асфальта ни хрена не отличается. И тут нам нужно доехать всего лишь до Семилуцкого кольца. Уйти вправо. Там будет хороший спуск. Длительный достаточно. Вот. Надеюсь, мост через дом отремонтировали. Потому как ехать придется по нему. Потом тягун. Приличный, наверное, будет. Честно, ни разу здесь еще не ездил на велосипеде. Не, ну в принципе приемлемо, что. Вот 33 едем. Почему бы и нет? Немножко пошел покат, плюс ветер. Где-то
с 8 часов на меня сейчас дует. Все круто. И машины здесь, конечно, летают, но это не оживленная трасса, это все же дорога внутри населенного пункта. Так что какие-то ограничения здесь все же есть. Вот я даже сейчас за нижние дропы не держусь. Хотя, наверное, стоит. Но самое приятное, что средняя скорость у меня примерно как у этого автобуса. Спуск к мосту будет интересным, потому что ветер будет дуть в спину. Я понимаю спуск. Извините, но никакая ветрозащита не поможет. Понимаю. А вот кому не повезло. Вот это уже Воронеж. Но за счет ветра в спину вот этот подъем мне дается блестяще. Но главное, что ветер, он... Даже если бы он был встречный, он приносит пользу в первую очередь не то, что он тебя подталкивает, а то, что он сдувает жар от асфальта. Потому что асфальт сейчас достаточно прогретый. Сейчас я уже еду по улице 9 января. Если бы мы с вами повернули в Семилуках на железнодорожный мост, то мы выехали бы с вами вот со следующего поворота. Расстояние мы бы срезали значительное, но там... прям такая насыпь железнодорожная, щебеночная.
потом промзона с разбитой дорогой, потом только начинается какое-то подобие асфальта. С вот этого бы поворота мы с вами бы и выехали. Проезжаем с вами микрорайон Новый. Есть все же в велосипеде какой-то плюс.